Посмотрите, это как раз и есть Гагаринское поле. Кедровая аллея, потому что позывной Гагарина был кедр. Работа сделана очень качественно, с любовью. Памятник удалось сохранить, хотя он был очень сильно разрушен. У нас сам проект, он состоял из федеральной части, и здесь использовали средства федерального бюджета. Мы завершили все работы. Это первый этап реализации проекта по созданию парка покорителей космоса. В него входит создание инфраструктуры, арт-объекты, реставрация, восстановление памятник первому космонавту, стеллы, озеленение, кроме этого, строительство центра, все инфраструктуры. Работа проделана большая, но мы не останавливаемся и дальше будем расширять зону парка, наполняя ее дополнительным содержанием, новым содержанием, с тем, чтобы она была живая, и чтобы у нас как можно больше людей могли приехать. Путешествуют по Волге, приедут сюда отдохнуть. У нас в планах уже в этом году начать работы по углублению дна Волги, чтобы пароходы туристические могли причалить к Смеловке. Для этого необходимо построить будет причальную планку. А что касается дороги и к Смеловке, и к Подгорному, это соседние населенные пункты, здесь уже регион с своей стороны все сделал, поэтому нам нужно будет уже посмотреть и подумать о развитии этого проекта. Сейчас мы имеем хорошую основу для того, чтобы уже спланировать работы вторую очередь. Конечно, и зону гостеприимства Смеловки, и тематический парк развлечений надо будет планировать.